Здравствуйте! Приветствую вас на канале «Сад и огород». Цветок, приносящий удачу и деньги. Как сделать так, чтобы Замиокулькас осуществлял мечты? Золотое или долларовое дерево, денежный цветок, как только не называют это растение, родом из Африки. Замиокулькас стал популярным в России лет 20 назад. Теперь же его можно встретить не только в квартирах, но и в офисах, в кафе и фитнес-клубах. Что же такого в этом растении и что оно обещает своему обладателю? Вокруг этого африканского растения бытует множество мифов и легенд. Считается, что Замиокулькас не даст женщине выйти замуж. В то же время он приносит богатство и счастье в дом. Так ли это, зависит от условий содержания. Людей цветок будет отпугивать, растение ядовито. А деньги принесет, если будет пышно цвести и активно расти. Цветоводы также рассказывают об условиях, которые нужно выполнить, чтобы растение стало волшебным. В грунт при посадке следует прикопать монетки. Если дерево преподносится в качестве подарка, за него нужно заплатить дарителю, отдать несколько рублей. Тогда дерево не будет излучать негатив. Если листья опадают, ухудшится материальное положение. Нужно как можно быстрее вылечить растение. С растением нужно разговаривать и просить о материальном достатке. Поливают цветок денежной водой. В емкость с отстоянной жидкостью кидают монетки и дают постоять пару дней. Поливать следует, не вынимая из воды деньги. Если растение завяло, его запрещено выкидывать. Его или лечат, или приносят в дом еще один цветок, чтобы он дал часть своей энергии погибающему дереву. Что же это за растение? Замиокулькас – вечно зеленое растение. Листья темные и глянцевые, достигают до метра в длину. Раз в 5 лет денежное дерево цветет. Внутри его появляется светлый початок. Размножить его можно несколькими способами. Все они просты и доступны даже начинающему растениеводу. Делением клубня. Черенкованием. Для этой цели берут стебель с одним листком и одной почкой. Перед посадкой срез держат открытым на воздухе около 60 минут. Листьями. Срезают с растения и припудривают срез активированным углем. Оставляют в таком виде на 8 часов, а потом сажают в почву для суккулентов и кактусов. На дно горшка помещают слой дренажа, керамзит и песок. Лучшее место для растения в помещении – это южное окно. Растение обожает свежий воздух и не любит заливы. Поливать Замиокулькас следует через поддон, после того, как подсохнет верхний слой земли в горшке. При хорошем уходе за цветком, если его владельцы не будут забывать правильно и вовремя его увлажнять, давать ему нужное количество солнечного света, но и не оставлять растение под палящими лучами, он ответит добром. На этом я заканчиваю. Спасибо за внимание! Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока-пока!